Большая высота ногам покоя не дает небоскребы жилого комплекса «Арт». Притягивают покорители городских вершин. В сети появился ролик, на котором запечатлен полет 45-го этажа первого корпуса микрорайона. К счастью, приземление оказалось, по всей видимости, успешным. Теперь, по логике вещей, вопросы должны возникнуть к строителям. Может, стоит закрыть выходы на крышу столь высоких домов? Вряд ли несчастный случай станет хорошей рекламой покупки квартиры в новостройке.